Генерал-лейтенант Вооруженных сил России Анатолий Шаповалов пришел в главный офис регионального отделения Народного фронта, чтобы поставить свою подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина, который идет на предстоящие выборы президента самовыдвиженцем. Мне пришлось быть на больших должностях. Я смотрю, как вникают все военные вопросы, особенно вопросы специальной военной операции. Я думаю, тяжелый нож это делает. Но он молодец, я скажу, до мелочей вникает по всем направлениям. Глава города Елена Лапушкина тоже поставила свою подпись в поддержку действующего президента. Я искренне благодарна этому человеку, нашему президенту, за все, что делается в нашей стране. Я благодарна ему за национальные проекты, я благодарна ему за единение, я благодарна ему за то самосознание, которое он у нас самих разбудил. Действительно, хочется жить и гордиться нашей страной. Сбор подписей в поддержку Владимира Путина продлится до 25 января 2024 года. Желающих поддержать действующего главу государства приглашают в главный офис Народного фронта по адресу: город Самара, улица Ленинская, 202. Офис работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Выходные дни 1, 2 и 7 января. Вы можете в офис прийти с паспортом, и это занимает буквально 2 минуты, и поставить свою подпись для того, чтобы поддержать курс нашего правительства. Напоминаем, что голосование на выборах президента России пройдет в стране 15, 16 и 17 марта 2024 года. Досрочно проголосовать можно с 25 февраля по 14 марта. Галина Топилина, Константин Головин. События.